То есть, как ограбление? Подождите, вы понимаете, что вы говорите? А доказательства у вас есть? Ее опознал свидетель, охранник, по фотографиям. А сегодня будет очная ставка, и все выяснится. Что вы так нервничаете? Она вам кто? Дочь. Я не вовремя. Что там еще? Задержанную доставили. Какую задержанную? Ну, ту, из ювелирки. Седова, проходите. Да что же это такое, а? Сколько можно? Что? Ну и кто теперь из них ваша дочь? Давайте разбираться. Девушки, вы родственницы? Нет. 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 Вам знаком этот мужчина? Да я вообще этих людей впервые вижу. Рязанов Павел Дмитриевич, вроде бы мой отец. Ну, по крови. Любопытная история. Подождите, мне необходимо поговорить с вами наедине. Это очень важно. Ладно, уведите подозреваемых. Что? Пусть у них возьмут отпечатки пальцев. Опять? И у меня тоже? У обеих. И посиди с ними в коридоре, пока не позову. Сколько лет работаю, а такое впервые. Кому расскажу, не поверят. Вы присаживайтесь. Вы хотели что-то мне сказать. Так я и сам не знаю, что мне думать. Ну, вы же видели ее. Присаживайтесь. Это не кажется. Это одно лицо. Ну да, похоже. Но чего не бывает в жизни. Природа – штука непредсказуемая. Они похожи. Они похожи на Ксюшу, на… Обе похожи на мою жену, понимаете? Ну, тогда и приходили бы с женой. Кстати, нужно сделать биологическую экспертизу. Жена-то ушла. 20 лет ее ищу. На экспертизу мы с Олей подали. Только я чувствую, что… Это вторая. Она тоже моя. Ну ладно. Допустим, что это так. Правда, похоже на индийское кино, но чего в жизни не бывает. Меня интересует другой вопрос, что одна из них постоянно нарушает закон. Да нет. Да этого не может быть. Откуда вы знаете? Ведь вы же их 20 лет не видели. Большой. Давайте руку. Большой палец. Указательный. Указательный. Средний. Безымянный. Мизинец. Безымянный. Большой. Мизинец. Средний палец. Другая рука. Указательный. Безымянный. Средний. Мизинец. Оля, я договорился. Они тебя выпустят. Спасибо. Твой отец сказал, что ты готовишь новый номер в цирке. Ну, они проверят твое алиби. Ну, пусть проверяют. А эта девушка, она кто? Я не знаю, кто она. Только вы… Вы очень похожи. Так немного. Серебренникова, заходите. Дашенька. Дашенька,
Мам, пап. Простите, я, наверное, не совсем вовремя. Это кто? Он говорит, что он мой отец. Я всю жизнь ожидал чего-то подобного. А я вам не верю. Доказательства где? Вы только не волнуйтесь, ради бога. Если я ошибся, вы меня извините, но мне необходимо выяснить. Дашу я вам не отдам. Успокойся, Инна. Только один вопрос. А где Дашина мать? Я Дашина мать. Послушайте, мы с женой всю жизнь мечтали о ребенке. Долго стояли на учете, собирали бумаги. Подвернулся счастливый случай. Нам позвонили с детского дома. Сказали, что есть ребенок, девочка. Сначала мы очень боялись, что кто-то будет претендовать на нее, но нас уверили, что ребенок не отказник, а найденыш. И что, на нее никаких документов не осталось? Нет. Ее подбросили просто на порог дома малютки. Никаких документов, ничего. Послушайте, мы 20 лет прекрасно жили. А тут милиция, обвинения какие-то дурацкие, свадьбу сорвали. А теперь еще и вы. Инна. Скажите, ну откуда вы взялись? Ну зачем? Извините. Извините, пожалуйста. Мне необходимо с Дашей поговорить. Просто поговорить. Вот вы ее и спросите. Она уже взрослая. Пусть сама решает. Командир, поехали. Как скажешь. А то домой без цветов нельзя же. Да иду я, иду. А сейчас, я сейчас. Да иду я. Братишка, привет! Здорово, брат! Здорово! Ух ты! Ну, без предупреждения! Да вас не дозвониться, что ж ты думаешь? Я прибрал! Так. Подожди, подожди. А ты что не писал-то, а? Ксюша, Ксюша. Ты в отпуске или насовсем? Какого черта? А где? Откуда я, блин, знаю? Слушай, не надо было уезжать. И не вали с больной головы на здоровую. Я же говорю, собрала вещички и свалила. Куда? Куда? Она хотя бы что-то объяснила? Кому? Мне? Я ей что, в няньке нанимался, что ли? Доброе утро. Может, нашла кого получше? Ну, а что, не бывает, а? Да. Нет, я не могу поверить. Ни письма, ни звонка. И 20 лет я жил, как в тумане. Все эти годы знал только то, что она от меня ушла. Как ушла? Куда? Не знаю. Брат сказал, забрала вещи и уехала. Куда, зачем, почему, неизвестно. Даже письма не оставила. Нет, я потом искал.
Ездил в те места, где она родилась, ничего не узнал. В розыск подавал, тоже ничего. Потом вот родители из Сирии вернулись. Утешали, мол, ошибка молодости пройдет. Потом опять Афганистан. Но как вы обо всем этом узнали? Брат признался. Признался, что она беременная была. Нет, я же не знал. Я-то думал, что она ушла, потому что поняла, что мы не пара, что устала ждать, что нашла кого-то. Мама-то у вас красавица была. Вот я и решил, что жребий мой такой. Наверное. Но как она могла так поступить? Не представляю. Нет, ну ушла, бросила, я понимаю, но чтоб детей. Надо ее найти. А может, с ней что-то случилось? Или она не хочет, чтобы мы ее искали? Зато я хочу. Даша! А? Ой, я сейчас. Мам? Дашенька, ну ты как? Хорошо? Ты встречалась с ним? Да. Ну, нормальный такой дядька. И Оля тоже хорошая девчонка. Ты дома сегодня поздно будешь? Не знаю. Мы со Светкой договорились вечером. Понимаю. Мам, ну не злись. Я не злюсь. Я просто очень сильно скучаю. Дашенька, ну, конечно, может быть, мы не самые лучшие родители. Но мы старались, правда. Мам. Вы у меня самые лучшие. Мамочка. И мне никто больше не нужен. Она красивая. На меня похожа. Тебе не хватает мамы. В школе не хватало. На утренниках. Другим девочкам мамы помогали в костюмы одеваться. Бантики завязывали. А сейчас не знаю. А хотела бы ее найти? Где же ее искать? Может, совсем рядом. Оп. Орел. Пап, привет. Привет, сынок, привет. На, держи, отнесись. А мама? Мам. В комнате. Привет. Привет. Ну. Мне с тобой поговорить нужно. Присядь. Присядь. Что-то случилось, Паш?
Добрый день. Добрый. Ну что, выяснили что-нибудь? Ирина Витальевна, я думаю, что это ошибка. Я разговаривал с девочками, и я им верю, но я сейчас к вам по другому вопросу. Ну, я вас слушаю, слушаю. Так, вопрос-то сложный, может быть, он не к вам. Да, я нашел своих дочек, они родились здесь 20 лет тому назад, но ни в одном роддоме не зафиксировано, что они родились. Я проверял. Да, действительно странно. Ну, а если ваша жена уехала тогда? Она не могла никуда уехать. Ей некуда было ехать, поверьте мне. К тому же в пригороде я тоже все проверил, там тоже ничего нет. Ну и что? Подождите. А если она... Если она рожала на дому? Ну тогда были люди, которые принимали роды на дому, там подпольные аборты делали. На дому. 20 лет тому назад. Да кто это вспомнит? Да, я понимаю, но это уголовное дело. Ирина Витальевна. И, может быть, человек, который проходил по этому делу, его можно как-то найти? А вы знаете, была у нас в городе одна такая интересная личность. Он тогда помогал валютным проституткам. Я, правда, смутно помню эту историю, но я знаю, кого можно спросить. Идемте со мной. Станислав Николаевич, я прошу прощения. Я подойду. Да, конечно. Тут вопрос такой. Ты не помнишь, в нашем городе лет 20 назад, кто занимался подпольной гинекологией на дому? Не понял. Это чем? Ну, помнишь, был доктор, который засветился на наших ночных бабочках. Помогал избавиться от ненужной беременности. А, был такой специалист. Дамочки к нему ходили. Угу. Ну, а потом вдруг резко перестал заниматься практикой на дому. Ну, погорел на одной проститутке. Дамочки молчали насмерть. Так дело и развалилось. А специалист был хороший. Смешно сказать. Сейчас можно заниматься частной практикой. А раньше за это могли и посадить. Ну, да. А где он сейчас? Ну, говори. Ну, это дело такое. Врач этот сейчас профессор. Очень известная личность. Не, спросить надо. Адрес есть его? Павел Дмитриевич, мы такую информацию не выдаем. Ирина Анатольевна, я свободен? Да. Угу. Подождите, подождите. Я никому не скажу ничего. Ну да, конечно. Послушайте, мне только поговорить. Я хочу найти свою жену. А может, она не хочет, чтобы ее нашли? Кравцов. Слушаю. Как имя профессора? Святослав Федорович Рожко, начальник отдела областного управления здравоохранения. Спасибо. Ну, адрес вы уже сами найдете. Спасибо. Только ж никому. Я обещаю. Вы дом хотите купить? А, нет. Нет. А, здесь вроде как доктор когда-то жил, да? А, так когда это было? Лет 20 назад. Я еще в школу ходила. Мы здесь недалеко живем. Доктор этот дом построил. Но съехал. Люди покупали разные.
Но никто не прижился, как проклятое место. Так что здесь никто не живет. Скажите, а адрес, новый адрес этого доктора узнать можно? Ну, если он просил переслать какие-то письма, может быть, у нас и сохранились какие-то записи. А вы зайдите к нам на почту. Ага, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Всего хорошего. Почта на почту. Святослав Федорович. Я вас слушаю. Меня интересует ваша деятельность 20 лет тому назад, а именно гинекологические услуги на дому. Я сейчас милицию вызову. А именно роды, которые вы приняли у женщины в период с начала до середины августа 1984 года. Вы в своем уме, я же вам уже сказал. Послушайте, вот у этой женщины... Послушайте, если я кому-то и помогал, то это было по обоюдной договоренности. Время было такое. Многие искали помощи. Но вы должны были... Я никому ничего не должен. Убирайтесь. Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Вот, звоню, как и обещал. Ну что, чего-то добились? Да, нашел его. Только он, похоже, ни при чем. Ну что ж, мне очень жаль. Да, простите. Повезло сегодня? Надеюсь. Уважаемые люди поросенка заказали с выходом повара. Ну, с Богом, урожайного вечера.
Народу столько. Начнем? Угу. Ребята, а давайте с погоды. Почему с погоды? Ее мама пела. То есть мама? Идешь только отец? Слушай, ну у всех бывает мама. А отец у меня, как оказалось, не один. То есть как это? Вот так. Работаем. Простите, я не понимаю, что происходит. Оперативно-следственное мероприятие. Вы их снова арестовали? Нет, только задержали. Но пока. Опять? А что же они натворили? Разбойное нападение группы лиц по предварительному сговору. А я не очень понял, что вы сказали. Вы можете нормально объяснить? Я вам и так слишком много в прошлый раз наговорила. Я могу поговорить с девочкой? А вы кто? Отец. Отец? Они так не считают. Никто из них не попросил с вами связаться. Хорошо, папа Оли Серебренников попросил, чтобы я... Сейчас они могут встретиться только с адвокатом. Вы сказали, что это группа лиц. Значит, они были вместе, вдвоем? Нет. Значит, одна из девочек не виновата? Да, значит, не виновата. Хорошо. Вы сможете поговорить с Ольгой. У нее, похоже, есть алиби. И вы ее отпустите? Нет. Никого отпускать не намерена. Пускай посидят до выяснения. Да это точно была она, только одета по-другому. Ты в этом уверен? Конечно, прическа другая, макияж, серьги. И компания какая-то явно криминальная. Не понимаю, зачем она врет. И я не знаю. Ты не волнуйся. Я тебя вытащу. Что опять случилось? Я сюда как в институт хожу. Может быть, комнату мне еще выделят? Выделят, если надо. И со всеми удобствами. А вы здесь что делаете? Ты где была вчера вечером? У Мишки был день рождения. Пройдемте. Секунду. Ну, мы отмечали с одногруппниками. Рожко, Святослав Федорович, знаешь такого? Да никого я не знаю. Сумасшедшая семейка. Да не дергайте вы меня! Thank you.
Станислав Федорович! Ну, слава тебе, Господи, я думал, мы что, ехали куда? Толя? Станислав Федорович, выручайте, вы уж простите. Что случилось? Выручайте, баба у меня в машине рожает. Так, стоп. Что значит рожает? Выручайте. Ты знаешь вообще, который час? Да знаю, но серьезно, рожает. Я ее в роддом вез, так не взяли без документов. Повез обратно, так вырубилась прямо в машине. Кто, что, откуда, ничего не понятно. Документов нет, вещей нет, в халате и в шляпанцах. Так, а я тут при чем? Ну как? Я тебе сколько раз объяснял. Одно дело, если это по нашей обоюдной договоренности. А другое, это вот так, среди ночи, непонятно кого. Станислав Федорович, ну погодите, ну а мне что делать? Она же умирает. Умирает? Рожает? Кошмар. Не знаю, вези ее в больницу, в милицию. Толя, я с этими абортами и так на волоске вешу. А роды на дому? Ну это вообще... Ну погодите, ну как же... Нет, это как-то не по-советски. Станислав Федорович, ну баба, молодая, красивая, чистая, рожает. Ну, я ее повезу, а она помрет в машине. Ну что ж, мне ее на крыльцо в роддоме выбросить? Так не возьмут без документов. А я что скажу? Кто такая, откуда взялась? Станислав Федорович, голубчик, ну вы же такой специалист, вы же мастер. А ежели что, вы знаете, у меня свояк ментовки отмашет. С родственников потом двойной тариф возьмем. Двойной тариф? А? Двойной тариф себе оставь. В больницу вези. Ладно, давай. Ноги. Помоги. Сейчас. Аккуратно. Давайте, давайте. Опа. Сейчас. Сейчас. Звони своему сволочь. Иначе оба сядем, я заплачу. Я сделал все, что смог. Я выполнил свой долг. Это был тяжелейший случай. Тройня. Преждевременные роды. Женщина была без сознания. Я спас этих детей. Ее не смог. А что мне было делать? Если бы я отказался ее принять, она бы умерла по дороге, и дети бы умерли. Я думал отказаться, но она была без сознания, и действовать нужно было быстро.
Да, это риск. Да. Ну, я спасал человека. Я спас ваших детей. Как вы могли? Что вы сделали бы? Вы ее зарыли, как собаку. Я никого не зарывал. И что было с детьми потом, я не знаю. Их увезли в тот же вечер, я только заплатил. Разве вы сами? Разве вы не виноваты в том, что случилось? Вы правы. Вы сказали, что детей было трое. Двоих я нашел. А вот это уже не мое дело. Вы не имеете права меня осуждать, слышите? Вы не имеете права. Уходите. Вон отсюда. Вон! Пап? Что здесь происходит? Вы знаете, это может даже и хорошо. Марина? Этот человек? Твой отец. А вот это твоя мать. Шантаж? Деньги? Сколько он попросил? Марина, Марина, я не шучу. Я тоже. Вы слышали? Вас просили уйти. Мариночка, так нельзя, нужно поговорить. Это действительно твой отец. А чего он хочет, мой отец? Денег или карьеру тебе подпортить? Не будь ты таким наивным, папочка. Хорошо, я уйду. Я уйду. Только знаю, что у тебя есть две родные сестры. Целых две? Да, и одна из них может сесть в тюрьму. Все улики сходятся. Не хватает только отпечатков пальцев. А какие улики, Марина? Это ерунда, пап. Что ты натворила? Доча! Ну, пойди. Сдай меня в ментовку. Тебе-то что? Сложный выбор. Как в той сказке о двух братьях хороших и Иванушке-дурачке. Ой, простите. Дурочки. Я смогу тебе помочь, если придешь с повинной. Наверное, смогу. Ты ведь вляпалась не так сильно. Года на три. Вот эти три года невиновные достанутся твоей сестре. Как будешь с этим жить? Ну, жила же я как-то. Ладно, извините. Марина? Дочка. Давай поговорим. Да не о чем тут говорить, папа. Ну вот, Ксюша, мы и собрались. Она цветы очень любила. Интересно, какой бы она сейчас была? Да она бы была очень хорошей мамой. Ты все еще ее любишь? А я никогда не переставал. Вот столько лет ее искал, а вас нашел. Наверное, мы были бы неплохой семьей. Смотрите. Здравствуй. Здрасте. Ты Марина? Спасибо, что пришла. Да вот, пришла познакомиться. А ты? Даш. Оля.
А это она. Красивая была. Мамочка, мама, прости, дорогая, что дочку-воровку на свет родила. Ну что, девчонки, выпустили? Из-за недостатка улик следователь не взял дело. Повезло. Там, говорят, не сладко. А ты, сестренка, кого сажать собралась? Давай меня. Я цирковая перетерплю, а Дашке еще институт закончить надо. А вы вдвоем садитесь, чтоб не скучно было, а? А давай втроем. А то давно не виделись, поговорим хоть. Ты когда хочешь, чтобы я к следователю пошла? Спасибо. Да что там? Папаше моему спасибо говори, я думала, меня убьет. Ничего, потом успокоился. Сказал, что даже дом продаст, но все возместит. Все равно спасибо. Так когда? Ну, это дело второе. Это может и подождать. Какое же первое? Познакомиться. С бабушкой, с дедом. Они внука ждали. А тут сразу трое. Я, конечно, их подготовил. Ну, поговорил. Они дома сидят. Ждут. Поедем. Тогда поехали. Поехали. Девочки, девочки, подождите. Постойте, пожалуйста. Простите, вы не могли бы нас сфотографировать? С удовольствием. Спасибо. Конечно. Марин, давайте вместе. Фу, не реви.